Так, ребята, у нас сейчас матч первого тура мегабольной лиги чемпионов между Full Freedom и Импульсом. За Full Freedom у нас играют такие игроки, как Маэстро и Бабировиньо в нападении и в опорной зоне Владок 13-17. За Импульс у нас играют Нолдер и Пульсар в нападении и Демдис в опорной зоне. Сразу же у нас пытается Импульс выйти в атаку, что у них, можно сказать, получается. Пытается что-то придумать в углу Пульсар, Демдис, Пульсар на Нолдера. Нолдер прокидывает, Демдис поднимает, неудачно. Все-таки отдает им передачу на Нолдера, но Нолдер проигрывает борт Маэстро. И Full Freedom у нас приходит в атаку. Бабировиньо поднял, отдал на Маэстро. Маэстро прокидывает на Пульсара. Бабировиньо. Маэстро прокидывает в борт. Пульсар ждет. Пульсар продавливает Маэстро. И у нас Импульс выходит из обороны, но Владок быстро возвращает мяч. Владок попытался обыграть Нолтера, у него это не получилось. И Импульс у нас пытается придумать что-то опасное. Маэстро прокидывает. Демдис скидывает мяч в угол. И вот опаснейший удар от платка, но Дем на месте. Пытается у нас Маэстро обострить атаку для своей команды, но Импульс выходит из обороны и переходит, или пытается скорее перейти в позиционную атаку. Тем временем у нас уже 2 минуты матча прошло, и матч пока что в целом равный, не могу никого выделить. Безопасных моментов, кроме удара Гладка. Маэстро попытался сделать прострел, у него это не получилось. Борт у него тоже не получилось выиграть у Пульсара. Но, тем не менее, 2F все же больше владеет мячом. Больше опыта у игроков Full Freedom. И являются они скорее фаворитами этого матча. Однако Импульс также достаточно крепкая команда. Там и Нолдер с большим опытом играет. Ну, Пульсара и Демдиза поменьше опыта, но игроки достаточно хорошие. Матч пока что у нас сухой, достаточно без опасных моментов. Вот сейчас Пульсар отдал на Нолдера, Нолдер прокинул дальше. Но это мне, если что, пишет ВКонтакте, не вам, ребята. Нолдер делает пас, и вот сейчас опасно. Была неразбериха между Маэстро и Владком, и, в принципе, Владок мог забивать автогол, но мяч не уходил в свои ворота, к счастью, Full Freedom. Багиров. Владок кидает на Маэстро. Маэстро пытается что-то придумать. Пульсар пока что очень грамотно блокирует Маэстро. Вообще, не ожидал я сегодня увидеть Маэстро в стартовом составе. Заявки также не было Зонга у Full Freedom. И вот сейчас был такой наплыв на ворота от Full Freedom, но Демдис оставил свои ворота сухими. Владок поднимает Нолдера, Бабировиньо. И вот сейчас попытался на отскоке забить мяч, но тот не долетел до ворот. Маэстро пытается убирать на паузе, но его достаточно считают сильно, из-за чего его атаки не приносят каких-то серьезных опасных моментов. Так, у нас Демдис
Попытался выбить мяч из обороны, но неудачно. У нас 15 секунд до конца тайма. Особо безопасных моментов. Вот сейчас был хороший пас от Латканан Бабировини, но тот не попал по воротам. Тем не менее, тайм прошел под диктовку Full Freedom. Дождемся мы скриншота. И вернемся мы уже во втором тайме. Мы возвращаемся. Ой-ой-ой, я не заснял второй гол. О, первый гол у нас Бабировиньо забивает гол. Второй тайм у нас так резко начинается. Так. Я не знаю, будет ли защита на этот гол. Да, это, конечно, мой косяк. Так. Ладно, возвращаемся в матч. У нас состав 2F изменился. Вышел Шампурщик вместо Маэстро. В остальном же составы остались те же. Бабировиньо на Шампурщика. Шампурщик идет в продавку. Мяч у Владка. Владок делает дабл. Не приводит это ни к чему. Владок на Бабировиньо. Бабировиньо идет в угол. Пошел в продавку. Неудачно. Владок. Нолдер у нас перехватывает мяч. Импульс стремится в атаку. Им надо отыгрываться. Пульсар против Шампурчика. Пульсар поднимает Шампурчика, отдает на Нолдера, но неудачно. Демдис на Пульсара. Тот прокидывает. Шампурчик поднял Пульсара. Отдал мяч в центр. Но Демдис возвращает его туда же. И импульс у нас сейчас достаточно долгое время уже находится в атаке. Демдис. Пульсар. Пульсар сделал прострел. Неудачно. Демдис на Нолдера. Тот назад. И 2F у нас теперь переходит в атаку. И может сейчас быть опаснейшая атака для 2F. Бабиров попробовал пробить, но удар был заблокирован. Извините за мои скудные комментарии, но матч достаточно тягучий, и тут особо нечего комментировать. Владок поднял, отдал на Бабирова. Тот по борту. Мяч в итоге назад вернулся к Владку. Владок может... Вот сейчас было неплохо. Он, в принципе, мог сам пробивать, но отдал передачу на Бабировиньо, но мяч не достал до ворот. Был заблокирован удар этот. Тем не менее, у 2F атаки как-то поострее. Вроде бы импульс тоже атакует, но серьезных моментов у импульса я и не могу вспомнить за матч. Хотя и у 2F их было не так уж и много. Вот сейчас Владок отлично через Нолдера прокинул мяч по борту. И у нас вновь в атаке Full Freedom. Владок. Пытается что-то придумать в углу. Владок сейчас не во вратарской зоне. Его можно было бы и закликать. Но импульс не хочет, видимо, так играть. За что им респект. Молдер. Его поднял только что Владок. В итоге мяч у Шампура. Шампур будет делать сдвоение, наверное. Нет, не сдвоение. Передача на Бабирова. Бабиров отдает на Шампурчика. Тот не смог ударить по мячу. И 40 секунд у нас до конца второго тайма. Счет 1-0 в пользу Full Freedom.
багиров на шампура, не точно. Пульсар на Нолдера. Да, если, конечно, матч пройдет и дальше в таком духе, то, скорее всего, импульс не сможет отыграться. Но вот сейчас Нолдер попытался вытащить свою команду вперед. Но, опять же, удара от импульса так и не последовало. И, тем не менее, вот сейчас ошибка от Шампура, и сравнивать Нолдер. Счет становится 1-1. Чистый гол. Владок на Бабирова. Бабиров простреливает, и у нас заканчивается второй тайм. И у нас возвращается матч. Сейчас третий тайм. Составы команд не поменялись. Счет у нас 1-1. Нолдер и Бабировинья забили за команду. Бабировинья. Идет у нас сразу Full Freedom в атаку. И сразу же Беливер забивает. А нет, составы у нас поменялись. Беливер вышел у Full Freedom. Счет 2-1. Беливер. Скидывает, наверное. А нет, попытался поднять, не получилось. Мадировинья. Затолкал его Нолдер. Тот не смог отдать передачу. Пульсар выводит свою команду из обороны. Передача на Нолдера. Неудачно в спину. Гамдис на Нолдера. Пульсар. Пульсар борется с Беливером. Поднимает Беливера. Отдает мяч на Владка. Так, я надеюсь, сейчас галата не будет. Так, да, запись идет у нас. Отлично. Так. Владок. Беливер. Владок. На Бабировинья. Мяч переходит к Нолдеру. Нолдер уже не дорабатывает в обороне. Пытается понимать, что надо отыгрываться импульсу. Конечно, с таким соперником, как Full Freedom, нужно брать хотя бы одно очко для такой команды. Ну, это для них счастье. И по игре они видят, что в принципе могут достигнуть этого результата. Наверное, из-за этого Нолдер и частенько уже не дорабатывает в обороне. Пытается, возможно, как-то с подсоса забить. Владок на Бабировинья. Бабировинья поднял и сразу же прокинул по борту. Пульсару не удалось выбить мяч. Бабировинья против Пульсара в борту. Проигрывает Бабировинья борт. Мяч у Беливера. Беливер против Нолдера, но поднял его Дендис. Пульсар как-то очень глубоко играет. Не очень я понимаю, что он делает. Вроде бы Дендис не был особо сильно в атаке. Попытался у нас только что импульс забить, но их атака ничего опасного для Владка не принесла. И спокойно у нас Full Freedom вернулся в атаку. Однако Нолдер делает перехват и возвращает импульс в атаку. Скучный достаточно матч. Ожидал я большего от этих команд. А получилось в основном в борту играют у нас две команды. Нету никаких раскатов от них, ничего. Владок, Тендис, тот на Владка. Прижали немножко Full Freedom. Пытается импульс отыграться. Минута 26 у нас остается до конца тайма. Пульсар только что отлично поднял Беливера. Пробил, но мяч не залетел в ворота. Дендис. Дендис поднимает. Пульсар на Нолдера. Неудачно. Бежит у нас Бабировинья. Скидывает на Беливера. Тот попытался ударить, но удар был заблокирован.
Владок на Багировине, Багировине на Беливера, Темдис на Пульсара. Пульсар по борту кидает на Нолдера, выигрывает он борт у Беливера. Нолдер попытался что-то придумать, неудачно. Сейчас Владок отдал неплохо между двоих соперников. Сейчас Багировине может, в принципе, делать пауэршот, но нет, уже поздно. Пытается так что-то придумать, пошел в продавку, неудачно. Владок, Беливер на Багировине, кто-то назад на Беливера, но мяч отскакивает. И вот сейчас может быть, в принципе, то и гол, Демдис не в зоне вратарской, но нет. 8 секунд у нас остается до конца матча. И матч у нас заканчивается. С вами был Акаши. Победил Full Freedom со счетом 2-1. Спасибо за просмотр.